Генина страшилка. От твоей науки одна скука. Страшную историю давай. Ну хорошо. Знаете ли вы, что существуют растения-хищники? Не мы едим их, они едят нас. У них листья с шипами. И этими листьями они хватают жертву, а потом переваривают ее. Гена, а у нас такие растения растут? Конечно. Такой вот научный ужас. Вас приветствует Гена. От остальных Барбоскиных меня отличает строго научный подход к жизни. Осмелюсь предположить, что вы знакомы с Ютьюбом. Тогда добро пожаловать на наш официальный канал.